Hey, ребята, всем привет! И сегодня у меня будет на моем канале влог. И сегодня мы будем опять в школу. Все классно отмечать, типа 8 марта, 20 февраля. Смотрите, как это все будет происходить. Так, ребят, короче, я уже все бегу в школу. По пути, кстати, я слышу своих одноклассников, правда, сзади идут. Но у нас через 10 минут уже начинается звонок на урок. И у нас будет первое самостоятельное сразу же. Это будет диктант по-русскому. И это просто пипец, потому что нельзя опаздывать, иначе она задаст дополнительное домашнее задание. Или еще, не дай бог, там что-нибудь самостоятельно два поставят. А этого я не хочу. Ребят, все, у нас пошел урок русского, у нас он был сдвоенный. Вот, мы писали диктант, я написал, надеюсь, на 4-5. Вот, сейчас мы идем на физру, она будет вроде как на лыжах, но не точно. Вот. Да, конечно, вот. Всем приветики. Это Наташа, моя одноклассница. А это Вика тоже моя одноклассница. Наша подруга, вы что, ребята? Конечно. Вот, все, идем на физру. Ребята, все, мы ждем, наверное, у нас не будет физкультура, короче, на улице. И меня Оля, представь, можно дать тебя заснять? Давай. Да, вот. Меня Оля выложила в свой инстаграм, покажи. Вот, мне очень приятно, спасибо, Оля. Нас отправили на улицу на лыжах заниматься. Но я не занимаюсь, потому что у меня освобождение навсегда. Наташа! Натали! Которая не портна. Печали и вали. Вообще всем. Занимайся физрой. Ой, Катя упала. Еще раз. Давай. Я ненавижу лыжи, на этом закончим. Я тоже ненавижу лыжи, поэтому я хожу. Ну еще у меня шапочка. Это сифинка. Математика. Решаем. Потом всякие ГГ. Все, у нас уже математика закончим. Мы сейчас спустим на общество знания. Это наш последний урок. И потом у нас будет... типа отмечение 8 и 23 февраля мы будем есть пиццу и играть в какие-то игры. Вот. И смотрите, тут как их облепили все. Потому что, конечно, я третью. А у нас по полугодиям оценки. Что надо сказать, что всяк мы бежим уже есть пиццу и праздновать все это в наш личный кабинет. Мы начинаем работать. Я руковожу процессом, естественно, потому что руки не созданы. Вот ты врешь, а? Руководишь на процесс. Я так-то... У меня просто рука устала уже сегодня держать камеру. Я просто... Эти руки не созданы для того, чтобы носить тяжелые предметы. Для того, чтобы кому-то ублажать. У меня там мама, блядь, посмотрит, дура, ты конченая. Я в шутку, вы простите меня, я в шутку. Я люблю Данила. Ой, давай. Хочу снимать. Какие-то у нас тут самообслуживание. Мы, короче, уже придумаем все слова для противоположной команды. Вот так же сидим и включаем. Сразу глиттер! Чего? Дурочка. Суперстар! У него есть, значит, чмон летает. Играем. Наши чекисты. Вертила! Вертила! Дура! Есть килька, есть тоже в баночках. Килька! Килька не хрена. Много чего есть. Все. Будем в итоге. 34. Ничего не поищу там. Что он будет делать? Что он будет делать? Что он будет делать? Очень хватит. Я не ехала. Скажешь, что пожар в кабинете. Стоять на одной ноге минуту. Давай. Наташка, кто вас стоит? Еще вроде как палец положу. На любой, да? А вот на видео менты. Я сейчас буду ставить. Стой, Данил, стой. Так не видно, что она на ноге. Вот стоит на одной ноге. Давайте дальше пока. Потом он стоит. Так, разыгрывается следующий год. Итак, следующий фан, что делает? Что? Что? Стих рассказывает. Давай, Никита, рассказывай стих. Все, давай.
Смешное. Да какое смешное? В смысле, Маяковский это серьезно? Мечты и слезы, цветы и грезы тебе дарю. О тихой ласке и нежной сказке я весь беру. А сколько муки святые звуки наносят мне, насильно и тертый. Пошлю все к черту, иди ко мне. О, как романтично! Душевно. Как душевно, как кому же... I'm wrestling. Короче, давай. А, я думал, это будут, они будут драться. Только единобой. Нифига себе, видишь, да, это повышенная сложность. Давай, Дарина, давай. Рука улетела, проиграл. Давай, Дарина. Давай, Дарина. В нее локоть соскальзывает. Дарина, скажи, что ты любишь Гарри Поттера. Давай, Дарина. Дарина, мы верим в тебя. Ради Гарри Поттера. Поддайся. Занято. Это не я. А что вы там? А, Наташа, мы еще не придумали. Что, Наташа? Сядьте на курточку. Чего делать? А, сядьте на корточки, изобразите лузгающего семечки гопника. О, Наташка, давай. Давай, Наташа, покажи нам профи гопника. Давай на парту, да, сегодня все можно. Что на парту? Что? Давай уже, отойди от камеры, чтобы подать, что не видно. На стуле, давай. И на камень там сидит. Ой, дурочка. А если найду? Семки есть? Нет. А если найду? Все, мы уходим уже с вечеринки. Вот последствия. Выносим на улицу. Идем все по домам. Ну, мой там вдруг еще не оканчивается, так что не отключаемся и смотрим дальше, что будет интересненько, потому что я, возможно, поеду с этой еще играть. Ребята, все, короче, уже сейчас иду на остановку, потому что мы с Ритой договорились встретиться и пойти бабушке в гости поиграть в игры. Вот. Здесь будет смешно и интересно, как всегда, с Ритой. Дурочка. Все, я уже Риту увидел, как мы могли понять по предыдущему кусочку. Она была в офиге. Дура. Вон все, Рита. Пока ты там уже там свои покупочки. Маринка там работала. А что там она? Кстати, только. Как он думал? Два, три. Да твою мать, Рита! Козявец! Дурочка. Короче, мы уже поели много, Машка накормила вкусно. И там у нас полстола съела. Да ладно, что же. Вот, так что сейчас бабушка попьет чай, и мы будем все играть в эту игру. Классно. Которую вы, кстати, уже в прошлом блоге видели, как мы играем. Как Рита играет. Я выиграл! Я, два, три. Все эти мы звуки. Взял нарезку. Белокси выйти. Все правильно! Рано было рота. Так ведь видела, что у него эта карта, и она ложит ему. Да не было ничего. Ну,
это что-то, по-моему, пипец просто. Игорь закончил хоть первые, сколько, 3 раунда победила Рита, но последний на сухую выиграл я. Головка. Дурочка. Показывай по телевизору, вот он сбоку позирует, не лицом, к сожалению. Я поворачиваюсь. Во! Дурочка у нас кинозвезда. Кинозвезда теперь. Не видел, что ли, что камера? Как видел? А что тут? Делали-то. А что, напрыгать что ли? Что-то? Нет, так тут что делали? Я бы прыгал. Нелегальная торговля. А, все, понятно. Ой, дуричка. О, твари моя черешня. Фу, блядь. Все, мы уходим. Данька проиграла. Нет, я сегодня сделал на сухую. Да, все доказательства есть на руках. 5 раз выиграла. А нет, неправда, она выиграла вообще только 5. 1. Давай конфетку. Ну все, спасибо. А, тебе конфетку? А ты, у тебя в купальке есть конфетка? Ой, мы так ухотали, где она плюнула, но вы посмотрите, короче. Санта Лючия. Данька проиграл? Неправда, Рита, я только один раз выиграла, а я всех на сухую сделал. Да, трижды. Ого, че ж не четырежды-то? Трижды? Пизд. Пойдем, Рита меня будет сейчас провожать. Мы опять ухохотаем на это видео, где Рита плюет мне в камеру. А вы засикаются. Все, мы идем на остановку. Меня сейчас посадят, Рита, на автобус, я приеду домой. Ой, мы сейчас такое. Рита, там победу 200 лет. Сука, меня прыщит где-нибудь в углу. Пошли нахуй, я провожу. Поехали, говорю, все, сейчас там разборка у Макса опять была, дрались. Рита, тут опять. Давай, полицию 205. 205. Вызывают. Автобус вам приехал. Рита, все. Все, давай, я тебе еще пришлю. Да, сейчас. Прям сейчас отправлю. Сейчас давай. Sucker for you.